Родителям удобно записать ребенка в творческое объединение или спортивную секцию, чиновникам видна востребованность направлений дополнительного образования в области и муниципалитетах. Информационный портал навигатора доп. Образования, который был запущен в прошлом году, предоставляет одним условия для выбора, другим – возможность корректировки программы обучения и финансирования. Навигатор, он как бы все делает достаточно прозрачным. То есть видно, вот эта программа, на нее столько-то заявок, значит, она востребована, и мы будем думать о том, как ее развивать. А если эта программа, допустим, год, два, три, желающих мало, значит, что-то нам нужно в ней менять. То есть она сейчас не актуальна для ребят. От количества привлеченных детей будет зависеть и финансирование программ дополнительного образования. Для этого введена система сертификатов. Благодаря ей родители становятся участниками распределения бюджетных денег. Программа, на которые будет направлено больше сертификатов, получит дополнительное финансирование. Это гарантия государства, что ребенок получит дополнительное образование за счет средств, которые будут начислены на сертификат финансирования, так называемый. То есть это нереальные деньги, которые родитель не получает на руки. Мы их тоже как бы реально, да, вот такой прямой расчет у нас нет. Но эти деньги можно потратить только на дополнительное образование ребенка. Подать заявку через навигатор – это только первый этап зачисления ребенка в кружок. Следующий шаг – нужно прийти в организацию доп. Образования и заполнить пакет документов. Первое – заявление на включение в систему навигатор. Второе – согласие на обработку персональных данных в системе навигатор. Третье – заявление на определение номинала сертификата. Четвертое – заявление на зачисление на конкретную программу обучения. Пятое – согласие на обработку персональных данных в рамках реализации программы обучения. Чтобы это так не пугало родителей, вот такой большой пакет документов они заполняют один раз, вот когда они поступают. Вот. Если ребенок продолжает обучение, занимает вторую, третью, четвертую у нас во дворце, то есть в настоящий момент им никаких документов не надо, потому что у них уже все сдано. Каждое учреждение определяет свой порядок подачи документов. С собой нужно взять свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС и ручку. Во дворце детского творчества, например, заявления будут принимать с 31 августа по 3 сентября с 4 часов вечера до 7 часов. В пятницу с 3 до 6. Дополнительную информацию можно получить по телефону 952-32-952-38. Елена Грицкова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.